Фух, я успокоился. В общем, мы продолжаем прохождение ивентов в САО. Я там примерно понимаю, кстати, почему у меня ОБС немножко шалит в плане стрима. Там просто работники провайдера что-то таскают, какие-то кабеля, что-то где-то подключают, отключают. Так что если вдруг стрим отвалится, то знаете, по чьей это вине. Идем на ивентик с Фанацио. Посмотрим, что там. Так, сама Фанацио без ивентика. Нам нужно куда-то там прибежать. Хотя, зная Фанацио... А, нам туда нужно. Да хватит. Пойдем уже. Прям ото всех так оградились. Это палатка Фанацио? А я точно могу туда войти? Это точно палатка Фанацио. Ладно, надеюсь на лучшее. О, это же Кирита. Привет, Кирита. А при чем здесь Фанацио? Привет, чем занимаетесь? Или это не тот ивент вообще? Мы отправляемся на поиски сокровищ. Пойдешь с нами? Походу, не тот ивент. Ну, бывает. На поиски сокровищ? Мы пойдем в оружейную посмотреть, есть ли в штабе оружие с высоким приоритетом. Мне нравится мое оружие, но ведь хочется же опробовать и все остальное. Я их понимаю. В оружейную? Кажется, там было ценное оружие из хранилища. Если найдем что-то тяжелое, нам понадобится кто-нибудь сильный. А тут-то ты пригодишься. То есть, я у вас буду носильщиком? Ну, это обычное дело. Впрочем, ничего нового на самом-то деле. Ну, вперед! Идем же! Какие жизнерадостные. Да не игнорируйте меня! А если подумать, я тоже не прочь взглянуть на оружие в хранилище. Пожалуй, пойду с ними. А, все-таки про Фанацио, тогда ладно. Эй, Нель, смотри, какой кинжал. Выбрось. Его приоритет ниже, чем у твоего оружия. Выбрось Каку. Да, ты права. Но он красивый. Ну да ладно. Коротко о том, как я выбираю оружие. Он хуже, но он красивый. Ну и плевать, что он хуже. Узнаю себя. Поверить не могу, что сюда за такое короткое время перевезли столько оружия. Похоже, здесь нет подходящих нам священных объектов. Хочу священный объект. О, священные объекты на верхнем этаже. Тут их не должно быть. Нет. Леди Первосвященница делает их только после того, как ты становишься рыцарем единства. Интересно, а что будет теперь после ее смерти? Их будет создавать новая Первосвященница? Не знаю, но если тебе нужно такое оружие, кардинал может его сделать. Это... Чего? Похоже на... зеркало. Оно разбито. А что оно делает в оружейной? А кто здесь? Были изловлены. А почему вы прячетесь за меня? А вот. Потому что маленькие. И тебе их нет вовсе. Да скажите что-нибудь. Нет. А кто здесь? Вход в оружейную без разрешения строго запрещен. Ой.
Ну, это ты. Тебе нельзя здесь находиться. Я просто... Ну, это... Только рыцарям единства можно сюда заходить. Если, конечно, нет смягчающих вину обстоятельств. Но я рада, что это был ты. Так сзади два смягчающих обстоятельства стоят. Это наш шанс. Хорошо. Пока, Фанацио. Пока. Сейчас же остановитесь. Прости, я не знал, что сюда нельзя заходить. Уверена, что не знал, но девушкам это точно было известно. Может, они решили, что появление зверей — это смягчающее обстоятельство? Возможно. Они сильные рыцари. Я могу спустить им эту выходку с рук. Все-таки нет ничего необычного в том, что рыцарям интересно оружие. Ты сильно изменилась. Вот как? В первую нашу встречу ты была серьезным рыцарем в шлеме. Так и было. Это ты сделал меня мягче. Ты показал мне, что бессмысленно переживать о том, что другие думают обо мне. У меня больше нет причин изображать властного заместителя командира. Фанацио. Погоди, чего это? Зеркало. О, я нашел это в хранилище. Так вот, где его хранили. Ты знаешь, что мои мечи сделаны из этого зеркала? Погоди, серьезно? Да, Сокрушитель Небес выкован из тысячи зеркал. Из тысячи зеркал. Я думала, что оставшиеся зеркала были утеряны, и не ожидала найти его здесь. Вот как. Когда-то первосвященница пыталась сделать огромное световое оружие из тысячи зеркал. А, ну это я помню. Конечно, помню. Но этих зеркал оказалось недостаточно, и она перековала их в мой меч. Если это последнее зеркало, с его помощью можно улучшить Сокрушитель Небес. Это было бы здорово, но оно треснуло. Мы можем починить его с помощью порошка под названием «Серебряный рассвет». Нужно добыть его только, да? И где нам найти этот серебряный рассвет? Я тоже не знаю. До этой минуты он был мне не нужен. Отличный план. Просто лучший план. Но это усложняет задачу. Ты чего это так воодушевился? Ну, раз есть такая возможность усилить твой меч, то почему бы и нет? Ты хочешь, чтобы мы специально этим занялись? Да, разве тебе не интересно, что получится? Давай найдем этот серебряный рассвет. А давайте. Если ты что-то вбил себе в голову, то тебя никак не переубедить, верно, мальчик? А верно. Очень даже верно. Ну, это ивент за 40-й уровень, а они у нас... А все идут с артиками. Так, поговорить с Фанацио. Фанацио была где-то там. Такие ивенты, они идут все с забавными артами. Привет, Фанацио. Похоже, серебряный рассвет можно найти в пустынях Сутеркройса. Вот как? А где в пустынях? Где-то. Это ж как бы довольно большая территория. Лучше, чем ничего. Мы обязательно найдем его. Главное начать искать.
Мы не будем искать вслепую. В книгах были подсказки, как это сделать. А почему ты так хочешь усилить мой сокрушитель небес? А почему нет? Администратор хотела сделать из него что-то безумное. И раз у нас есть последнее зеркало, нет причин не пойти до конца. Клянусь, ты... Ах, ладно, ты победил. Но я сама найду серебряный рассвет. Почему? Ты хоть представляешь, насколько пустыня огромна? Это абсурдная идея. Да, но это моя абсурдная идея. Поэтому я должен пойти с тобой. Готовимся выступать. Ах, ты безнадежен. Есть такое. Есть такое немножечко, самую-самую малость. Так, ну что, Фанацио, пойдем? Пойдем к пустыне. Так, пустыня где-то здесь была, да? Да. Нет, стоп. Стоп, это не то. Не то, что нам нужно. Зеленая зона. А, вот же она. Вот она, пустыня. Фанацио явно захочет отблагодарить Кирита, я в этом ни секунды просто не сомневаюсь. Так, ну что, ну, Паська, куда нам бежать-то? Да ничего нового по САО не выходит. Абсолютно ничего. Так, ну погодите, пустыня. Ага. Ну ладно. Что-то я упорно не вижу на карте. Или это вон там? А, так вот же, господи, хэтфу! Нашел, вон оно. А вот оно. Вик, да снимал давно, неудобно, и это не те игры, где нужна вебка. В РПГ вебка только отвлекает. Ну, для КС и Доты вебка подходит, а здесь, ну, такое. А Настя, привет. Да, и я страшен, ужасен. И с ушками. А мы только решили... А я уже готов... Мы только пришли, а я уже готов расплавиться. Поэтому-то я и хотела пойти одна. Кирита... Кирита не откажется от своего слова. Даже если это превратит его в жидкость. Так, хорошо, подождите. Это нужно в золотой фонд, цитат Кирита. Однозначно. Не знаю, чем ты в жидком состоянии поможешь мне в этой ситуации. Я в порядке. Ай, что бы подумали боготворящие тебя девушки, если бы увидели тебя в таком состоянии? Ой, а то ты, Фанацио, не из их числа. Угу. Девушки... А, если ты про Асуну, то я очень стараюсь не разочаровывать ее. Думаю, это одна из причин, почему столько девушек тобой восхищается. Твоя упрямая натура напоминает мне о нем. Так что я понимаю. Беркулько, что ли? Если у тебя сейчас наступило прозрение, то я ничего не понимаю. А, прошу прощения. Мальчик, ты говорил, что в библиотеке были подсказки, как найти серебряный рассвет.
А, верно. Нужно провести какой-то ритуал. Кровь девственницы нужна, там, две курицы, лягушачья лапка. Серебряный рассвет так называется, потому что сияет серебром в определенных условиях. А в каких именно? Он реагирует на мощную инкарнацию, созданную человеком с чистым сердцем. А с чистым сердцем? Это сложно, но я справлюсь. Пустынный зверь. Хочешь ты того или нет, но пришло время для инкарнации. Ну давай, а как же мне дать потыкать тварь какую-нибудь? Я чё, зря сюда шел? Фуф, у нас получилось. А что такое, мальчик? Блин, это так звучит. Слишком жарко. Серьезно? По сравнению с днями, когда я не снимала шлем с головы, погода приятная. Ну да. Рад это слышать. А теперь вернемся к поискам. Да, я постараюсь не испариться. Угу. Но это будет сложно. Так, уже закат. Становится темно. Ага, темно и холодно. Underworld не перестает поражать. Другие VR-MMO минимизируют подобные ощущения. А тут они работают в полную силу. Что ты такое говоришь? А, да просто там, откуда я родом, все точно так же. А в твоем мире ночи в пустыне тоже холодны? Уму. Но я ни разу не был в пустыне, но говорят, что да. И еще, когда садится солнце, кажется, будто ты в центре глубокого Красного моря. Да, но в этом есть своя мрачная красота. Думаю, это называется сумерки. Ага. Тот же самый свет, что выматывает нас днем, создает красоту ночью. А свет моего сокрушителя небес сжигает врагов прямо на месте. Свет принимает разные формы, и понимание их раскрывает силу священного объекта. Возможно. И это еще одна причина, почему эта экспедиция может быть для тебя крайне полезной. Мальчик, ты сегодня в ударе. Я понимаю, для тебя я совсем молод, но прошу, прекрати звать меня мальчиком. Ты прав. Я прожила намного дольше, пряча себя за ролью рыцаря. Есть причина, по которой я до сих пор не пыталась усилить свой меч. Да? И какая же? Это могло бы изменить мои отношения с ним. Которые, как ты знаешь, играют решающую роль для идеального владения оружием. Да, я понимаю. Ты боялась, что потеряешь связь, которую создала со своим мечом. Да-да-да, мальчик. Верно. Я полностью ему доверяю. Он всегда приводил меня к победе. И потому я боюсь, что он посчитает изменения неуважением. Я боялась изменений и хотела, чтобы наши отношения оставались такими же, как прежде. Боялась изменений. Да. Но после встречи с тобой, мои переживания стали казаться бессмысленными. После встречи со мной? Ты сильно изменил мою жизнь, мальчик.
Я смогла снять свой шлем и перестать стыдиться того, что я женщина. Сокрушитель Небес принял эти изменения и остался со мной. Ага, так вот почему на этот раз ты более открыта для изменений. Да. Зверюшечка. Еще один пустынный зверь. Идем за ним. О, големы. Я по ним соскучился. Вот он. Вперед, Фанацио. Кирита, постой. Он больше остальных и излучает угрожающую ауру. Да насрать, господи, я что, не лучник, что ли? Он думает, что он король пустыни. Но он лишь еще одно препятствие на нашем пути. Верно. Уничтожим его. А поехали. В смысле он больше остальных? Вы посмотрите на эту мелочь пузатую. Это он-то больше остальных? Серьезно? Это вот он больше остальных, да? Женя, привет. Это вот он у нас, значит, больше остальных. Понимаю. Домой. Бродячая скала. Фуф. Он оказался крепче, чем на первый взгляд. Да, но я знал, что ты справишься. Да, мне это по силам. Я верю в свой Сокрушитель Небес и в новую себя. Будь со мною. Откроемся вместе переменам. Вперед, навстречу новой силе. Разбей же оковы и призови Солус. Прогони тень светом правосудия. Инкарнация, созданная человеком с чистым сердцем. Получилось. Что-то сверкает. Где? Там, где был побежден. Там, где был побежденный тобой зверь. Порошок, сияющий серебром. Возможно, он реагирует на идеальное владение оружием и силу твоего сердца. Не узнаем, пока не проверим. Открой окно Стейси и... Чего? Название похоже, но это не тот предмет. Серебряный закат? Сделайте уже так, чтобы разные материалы можно было легко различить. Сука, согласен, во многих играх иконки у предметов, сука, одинаковые и бесит. Ах. Я полностью с Кирито согласен. Он прям высказал то, что у меня накипело. Какая жалость. Закат вместо рассвета. Мы получили вечернюю версию, а нужна утренняя. Верно. Возможно, разные версии появляются в разное время? Это логично. Мы нашли серебряный закат в сумерках. Но это все упрощает. Мы проведем здесь ночь и попробуем еще раз утром. Да, Фанацио, няшечка. Я не против провести здесь ночь с тобой, когда вокруг никого. Чего? Вопрос в том, что подумают твои подруги? Я надеюсь, что замечательная заместитель командира объяснит им. Ну-ну, мне придется хорошенько постараться. Кстати, у меня есть вот это отличное одеяло из Звездората. Потрогай, какое мягкое. Она готовилась к этому.
Ого, а ты подготовилась. Но нет, я не буду спать с тобой под одним одеялом. Почему? Почему? Я спал так с Юджио, но тут совсем другое дело. А! Я думал, что ж... Это и с парнем под одним одеялом норм, с девушкой это совсем другое дело. То есть с Юджио он спал, а с девушкой это уже Ну да, вот как раз-таки с Юджио это другое дело. О боже. Боже. Как мы до этого дошли? Что спать с парнями это нормально, а с девушкой это... О господи. Кирита, чё-то у нас стрим сегодня странный. Да ну прекрати, в этом нет ничего такого. Да и ты, наверное, не хочешь заболеть. Ну такое. Да, там ботик бушует. Двигайся поближе, здесь полно места. А, на помощь! На помощь никто не придет. Наконец, после долгой ночи наступило утро. А ночь, значит, была долгой, да, Кирита? Ты сознаешься в том, что ночь была долгой. Ну и ну, мальчик, у тебя огромные мешки под глазами, сука, он не спал. Он не смог уснуть рядом с Фанацио, он боялся, что она на него нападет. Я не сомкнул глаз. Это вредно для здоровья. Тебе надо отдыхать. А как ты думаешь, из-за кого я не мог спать? И еще так жарко. Так ведь взошла Солус. Отлично. Теперь создай еще одну инкарнацию с помощью меча, как вчера. Хорошо. Я наконец-то поняла, что нужно, чтобы получить это сияние. Боже, ну с Юджио-то это хорошо, это понятно. Вот с Фанацио уснуть это Сердце, не боящееся перемен. Похоже на то. Отойди, мальчик. А что если после этой ночи он уже не мальчик? Конечно. О, Сокрушитель Небес. Зеркало, что отражает мой облик. Блин, прелесть. Да, кстати, да. Он же обычно нападал на Юджио. И тискал его там, за щечки его дергал. А здесь-то все, он понимает, что он здесь как бы пониже в пищевой цепочке-то, чем Фанацио. Типа чувствует опасность. Пусть это отражение на твоей поверхности переменчиво. Наша связь с тобой вечна. Я прошу тебя, пройди со мной путем изменения, дабы обрести новое могущество. Мальчик, земля сияет серебром. Да мужик он уже после этой ночи, Фанацио, мужик, все, хватит его уже мальчиком называть. Отлично, на всякий случай проверю название. Серебряный рассвет, отлично, теперь мы можем починить зеркало. Спасибо, мальчик. Нет, Кирита. Теперь я смогу усилить свой меч. Да, и мы наконец-то сможем убраться из этой чертовой пустыни. Действительно, я чувствую себя неважно после этих резких перемен температуры. Полностью понимаю. А все, что я хочу, это вернуться в Центорию и принять ванну. Я тоже. Постой, Кирита. Мне кажется, или там за холмом источник? Ля? А, оазис! Давай подойдем поближе и, может, освежимся на дорожку. Ты понимаешь, кому ты это предлагаешь? Да, давай.
Обратите внимание на улыбку Фанацио. Она уже все поняла, она уже у себя в голове выстроила там план. И все. И приехали. И все. Так, ладно. Да много кто стримы пропускает, это норма. Еще и YouTube чудит с уведомлениями и часто их не присылает. Так что, да. Это ж был не мираж. Удивительно. Ну да, и вода очень приятная. А погодите, Фанацио уже все? Чё? Фанацио! Где твоя одежда? Почему ты так удивлен? Это же ты предложил искупаться в источнике. А я говорил? А я говорил, что она уже заранее все просчитала, продумала. Вы посмотрите, какое идеальнейшее превью. Просто превьюшка. Блин, нет, ну вот такая Фанацио мне нравится. Арт просто шикарный. Теперь Кирита точно не мальчик. Это уже все, это гарантированно. Но блин, какая же она милаха, как же она красиво здесь нарисована. Несмотря на то, что у нее арбузики, я готов с этим смириться. На ней то самое одеяло? Кстати, да, это вполне возможно. Да, я просто не ожидал этого. Где ты взяла это полотенце? Вот это чем-то, чем бы оно там ни было? Да хватит уже, это же одеяло из Звездората, под которым мы спали. Оно универсально. А то есть Кирита спал под полотенцем Фанацио? То есть, он спал под ее полотенцем? Не, ну мужик... Нет, почему оно на тебе? О, ты предпочел бы, чтобы я была голой? Какой ты ненасытный. Действительно. Кирита точно с Фанацио рано или поздно доиграется. Ой, доиграется. Я не это имел в виду, и ты это знаешь. Я всегда думала, что твою толстую шкуру ничем не пробить. Но, похоже, в сердце ты еще ребенок. Я буду смотреть в другую сторону. Ты можешь сесть рядом со мной, если хочешь. Это, ну, ах да, я хотел тебя кое о чем спросить. Да? А вчера ты сказала, что не замечаешь жары, но сегодня это было не так. Мне интересно, что поменялось за это время? Кстати говоря, возможно, когда я освободилась от такого рыцарства, сняла шлем и стала собой, подавленные эмоции начали снова появляться. Да, он уже Кизмели потер спинку и забанили стрим. Сюка. А скоро еще аниме по прогрессиву, и там как раз-таки будет Кизмелька, которой мы терли спинку в Hollow Realization. Типа, у меня там счетики уже с прогрессивом. Фанацио. И раз так, то за это я должна сказать спасибо тебе, Кирита. Нет, мальчик. Короче, как... да не, прогрессив долго еще ждать, но у нас есть ранопка, можно почитать. Когда она замечена, благодарила как? Спасибо, мальчик. Нет, Кирита. Здесь спасибо тебе, Кирита. Нет, мальчик. Ну, мне приятна твоя благодарность, но ты не могла бы не называть меня мальчиком. Нет. Ох, я чувствую себя намного лучше. Давай вернемся домой. Да. Мальчик, ты весь вспотел. Что с тобой случилось? А ты догадайся. Это холодный пот. И ты отлично знаешь, что со мной случилось. Ну да, видеть Фанацио в таком виде. Не бойся, это будет нашим маленьким секретом. Я был бы рад, если бы у меня не возникало чувство, что меня шантажируют. Ладно, давай вернемся в столицу и усилим твой меч. Йось. Спасибо. Думаю, я смогу создать еще более крепкую связь с ним.
И с тобой тоже, мальчик. Да, типа, после того, что ты увидел, ты обязан на мне жениться. Как это понимать? А ты как думаешь? Я всегда могу быть уверенным в том, что ты поможешь в бою и... поиздеваешься надо мной. Тарунь. Фанацио и Серебряный Свет завершено. Да, Фанацио, это было нечто. Ладно, все, возвращаемся в Центорию. О, боже. А как все до этого дошло-то? Не-не-не, постельные сцены у нас потом будут идти отдельно. Вот как раз-таки это будут огромные вишенки на огромном тортике потом. Постельные сцены я берегу напоследок. Не, ну Фанацио, конечно, молодец. Конечно, в Ликурисе есть постельки. Как это, как же без них-то? А вот дофармим все ивентики с персонажами и возьмемся за постельки. А скорее всего, потом так и будет. Ну, на стриме я не рискну постельки проходить, потому что у меня за один только арт, где Алиска в постели, мне стрим удалили, так что, зная YouTube, я как-нибудь это без стрима пройду постельные сценки, чтобы быть спокойным. Так будет проще. Кстати, вот, Алекс, ты у меня спрашивал, помнится, по поводу рапиры. Где какая? Так вот, у меня рапира. Вот какая. С какой рапирой у меня Асуна, Шета. Вот эта рапирка. Вполне себя неплохо они с ней чувствуют. Не, Линочка огонь. Лина огонь, согласен. Мне она тоже очень-очень нравится. Да, есть мечик такой у Лифы у нас. Так, ну лук Синон, это понятно. Риона бегает с тем старым кинжалом, который выпал очень давно. Юджио в том же костюме. Блин, Алиске вот этот костюм, он очень идет. Прям очень-очень. Ну и Лина, это да. Алекс, ну, понимаешь, типа, у тебя, типа, поможешь мне добыть рапиру? Лучше я покажу тебе свою рапиру. Да. Конечно, Синон лучше всех, кто бы в этом сомневался. Так, ребят, давайте-ка сделаем небольшой перерыв. У меня закончилось кофе, я себе заварю новую порцию, и мы продолжим выполнение ивентиков с персонажами. В общем, ребят, 5 минут, и мы продолжаем.